что же это было-то? Ни глаз, ни ноздрей. Органы деформированы. Зараза, оно никак не могло быть живым. Между прочим, философы все еще спорят о понятии жизни. В другой ситуации я был бы потрясен. Но только не после этого зрелища. Кто вы? Определенно, мы не звери. Считай нас друзьями семьи. Зачем вам понадобилось прикидываться зверями? Поговорили бы со мной сразу. Нельзя, мы обязаны соблюдать дистанцию. Тогда зачем вы сейчас со мной говорите? Зачем? Нам редко случается поговорить с человеком, и мы хотим знать, почему ты здесь. Чуть поконкретнее, если можно. Чуть позже. А что вы скажете об этом существе? Это ваш друг? Мы называли его ключником. Он не похож ни на одно из известных мне существ. Откуда он здесь взялся? Очень издалека. Он охранял дома госпожу Ирис, следил за садом, занимался незваными гостями. Очень издалека это откуда? Название этого места тебе ничего не скажет. Вы знаете того, кому принадлежит это место? Ольгерда фон Эверика. Знаю. Когда он ушел, он оставил имение своей жене. Замечательно. Госпожа фон Эверик дома? Вы можете доложить ей о моем визите? Чего ты от нее хочешь? Я пришел за фиолетовой розой, которую Ольгерд подарил Ирис перед отъездом. Ирис внутри, в спальне наверху. Возьми его ключ. Он от задних дверей дома. В таком случае я пойду поздороваюсь. Так как прикажете к вам обращаться? Так же, как и сейчас. Мы держим свои имена при себе.